9 июня 23 год. Мы прибыли в город Пальчик. И приятно то, что 9 лет назад были именно в этом же ресторане. Нам в прошлый раз понравилось, и понравилось сразу уже и в этот раз. Нас встретил приветливый русскоговорящий официант, все объяснил, рассказал, сделали заказ. И интересно то, что сегодняшняя дата совпала с очередной годовщиной наших друзей. И получилось так, что мы попали на свадьбу. Вот я хочу показать вот эти счастливые лица. Они уже 5 лет в браке, да? Ну, ваше, ты не сильно счастлива. Ну, можно сказать, что 5 лет у нас, 5 лет. Да, ну и пусть они что-то скажут. Расскажи. Солнечный день, солнечная Болгария. Вчера был. Я хочу сказать спасибо, Наташа, за то, что ты организовала, и ты подстроила все равно так, чтобы угодить нам, и нам это очень приятно. Спасибо. 10 дней, не забываем. Мы так не планировали, но ты планировала больше, чем мы. Праздник. У нас бы так не получилось, поэтому в следующий раз мы берем вас с собой, все вы нас с собой. Спасибо. Это не конечная точка нашего путешествия. Сегодня нас еще ждет необычное место, необычный ночлег. Мы сами не знаем, что нам ожидает. Для того, чтобы понять и поделиться вместе с нашей радостью, следите за нами. С нами интересно, и время проходит незаметно.